Сегодня мы встретились у памятника Александра Сергеевича Пушкина неспроста. Друзья мои, я стал поэтом, теперь я не могу сказать ни в склад. В погонах муза моя, где ты? Ты приходи ко мне, тебе я рад. Буквально недавно произошла ситуация. Парня забрали из квартиры сотрудники госнаркоконтроля. Доставили его в главное управление, где, как мне кажется, ну и думаю, не только мне, но и нашим гражданам показалось, что данные действия были незаконными. Вы можете это увидеть непосредственно в видеоролике, который есть в описании. Спустя несколько дней мне пришло замечательное смс. Я сейчас вам зачту. Я помню тоговое кольцо твоих губ на моем нефритовом стержне. И в то время, когда в Японии отцветала сакура, я наполнил твой рот своим божественным нектаром. И ты испил его до капли. Привет из ГНК. ГНК, как мы понимаем, госнаркоконтроль. Мне ничего не оставалось, кроме как написать стихи в ответ. И вы сейчас это услышите. Весна и сакура сейчас цветет, но не в саду ты под цветами. Тебя начальство в кабинете ждет. Кино смотреть там пожелали. В том фильме главному герою так неудобно было, что сбежал. Законы нарушает он порою, такого от ГНК не ожидал. Наверное, ты уже узнал, нефритовый ли у начальства стержень, как крепок он и как здоров. Желаю тебе настоящих дел и не стращать в своем кабинете безусых юнцов.